Началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит розыгрыш ключа на вот такую вот прекрасную игру. Ребят, шансов очень много, залетайте, участвуйте. Также подписывайтесь на группу сразу, вот условия все. Подписывайтесь на группу, поскольку мы здесь и ключи будем разыгрывать, и конкурсы CSGO будем разыгрывать. Поэтому 100% подписывайтесь, не пропускайте эту возможность, не упустите свой шанс выиграть реально топовые игры, топовые скины. Всем удачи и приятного просмотра. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами я, Задрот Сотого Левела. Как всегда, у меня на дворе час ночи. А я решил записать видосик. И на обзорчике у нас сегодня хрустящий картофель в ломтиках с солью. Как всегда, я люблю кушать солью. Собственно, открываю их. Запах такой обычный, знаете, обычный чипсер. Вот так выглядит они. Пачка 160 грамм. Вот так выглядит. И пробуем их. Знаете, такие дефолтненькие чипсы. Прям вот максимально дефолтные. Но они очень выгодные, поскольку в них, но они здоровые сами по себе, в пачке очень много чипсов. Поэтому они выгодны. Вкусно. Сейчас принесу майонезика и попробуем с майонезиком. Так, я продолжаю. Принес я, значит, майзика. Попробуем с мазиком бахнуть. С мазиком неплохо. Вкусно. Так. Мазик я уберу сюда. Макну. С пазиком вкусно тоже. Чипсы прям очень вкусные. В общем, чипсы большие. Своих денег, так сказать, стоят. Поэтому... Если вам нужны большие чипсы, но у вас очень мало денег, берите спокойно такие, вы не пожалеете, потому что лейсы там всякие намного дороже, чем эти стоят чипсы. Но они, ну вот эти чипсы ничем от лейс не отличаются. Есть также вкусы сметана и зелень, бекон, но, к сожалению, я их не встретил в магазине. Как всегда, были только с солью. В общем, всем спасибо за просмотр. Ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Залетайте в группу ВКонтакте. Там конкурсы, розыгрыши ключей, конкурсы CSGO скинов, раздача ключей различных игр, абсолютно любых. Там как повезет уже, понимаете. Участников мало. Шансов очень много у вас выиграть. Поэтому всем удачи. Обнял. Всех люблю. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. 7 дней по тренировке Ксантароса. Ксантарос профессиональный игрок, который сейчас вступил в новую команду вместе с Воксиком. И, в общем, буду пробовать его тренировку. В конце 7-го дня скажу вам, как помогло, не помогло. Как тренировка повлияла на мой скилл. Да и вообще в целом все расскажу.
Первый день прошел. Подводя итоги первого дня, хочу сказать то, что было очень сложно тренироваться по новой системе, так скажем. Было очень утомительно, долго, поэтому мне пришлось первое, это тренировка вантапов и спрея на карте Aimbots. Я 30 минут потренил, а потом понял то, что 30 минут это слишком много. Я очень сильно утомился, делая первый пункт этой тренировки Ксантара. Настолько сильно утомился, что с последующей пункты тренировки я выполнял намного меньше, до того, пока не устану. Там минут 10-15, может даже и 20. То есть решил сократить время тренировки, потому что это реально очень сильно утомляет. Как по мне, тренировка наоборот должна приносить какое-то удовольствие, что ли, разогревать руку. А не сидеть тупо, стрелять ботов через «не хочу» и все. Кстати говоря, настрелял я за 30 минут, ботов 1100 плюс-минус. Поэтому вот такой вот у меня результат. Я не старался, немного с перерывами, там отвлекся, например, на браузер, туда-сюда, там пообщался. Я не знаю, там в туалет сходил куда-нибудь. Поэтому вот такая вот тема. В общем, будем смотреть дальше, что по вторым дням. Подвожу итог второго дня. Что могу сказать? Могу сказать следующее, то что второй день уже намного лучше идет тренировка. То есть у нас получается легче уже дается тренировка, не так уныло, не так нудно. Это все из-за того, что я уменьшил время каждого пункта в тренировке, например, не 30, а 15. Или там, например, даже больше, если желание есть такое. То есть проходишь все пункты, можешь там поменьше сделать, можешь побольше на свое усмотрение. Например, на префайрах там вроде как 20 минут выделяется в тренировке, да? Я, например, выделяю намного больше, потому что мне интересно префайры тренить. Ну, то есть ходишь, бегаешь по картам, стреляешь, там пулькой убиваешь. Интересная тема. Тренируешь как раз-таки Хантара Спик. То есть мне такая тема интересна. Ну а так будем смотреть, будем тестить. Впереди еще 5 дней. Подвожу итог третьего дня. Сегодня я намного лучше начал наводиться на голову. Намного лучше прошла тренировка. Чувствуется уже то, что и стрейфы чувствуешь свои, как правильно двигаешься. И на голову быстрее намного наводишь прицел, когда убиваешь. Поэтому на третий день плоды уже появились. Чувствую себя отлично. Также очень интересно становится, все интереснее и интереснее тренироваться по этой схеме. Поэтому вот такой вот итог третьего дня. Подвожу четвертый итог. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Подвожу итог четвертого дня. Сегодня опять же качалась наводка. Наводка на голову намного быстрее стала. С учетом того, то, что я вообще не играю в Counter-Strike. Ну, то есть я очень